OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Тільки оружие коаліційне правительство Шольца вже поставило на Україну на суму в 5,2 мільярда євро. Причем все поставки Киеву Берлин осуществил на безвозмездной основе. Об этом сообщает журнал «Шпигель». 30 сентября, день воссоединения новых регионов с Россией. С трепетом, я думаю, этот день будут отмечать не только на остатках Украины, но кое-где еще. Ну, вы же понимаете, то есть список-то не закончен. И все понимают, что этот список не закончен. И то, что Россия не решается пока что сформулировать, а что же она на самом деле имеет в виду, а вообще это про что, от этого еще страшнее делается. Сейчас мы были на выставке, посвященной 350-летию Петру Первому. Казалось бы, там воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал, он возвращал. Судя по всему, на нашу долю тоже... Значит, выпало возвращать и укреплять. Это ревизия итогов 1991 года. Как ни назови, вот присваивай совершенно любые определения. Мы же не за территории воюем, мы же воюем за людей. Появились новые территории. Такой все-таки значимый результат для России. Вот самые обтекаемые, самые ничего не значащие или, наоборот, многозначащие. Назови это хоть денацификацией, хоть демилитаризацией. Как хочешь назови. Но смысл-то всем понятен. Если вы не хотите, чтобы мы вас переубеждали, мы вас убьем. Убьем сколько нужно, убьем миллион, 5 миллионов, хоть всех истребим. Когда они говорят, типа, Путин хочет восстановить Советский Союз. Ну, для нас воссоздание Советского Союза звучит, ну, немножечко как бы, ну, смешно. Кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца. А кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы. Какого Советского Союза? Окститесь. У нас помимо Советского Союза можно еще отмотать лет на 800 вглубь. И вам легче от этого не станет, вам станет еще хуже. Когда вдруг вы осознаете, что речь идет о воссоздании русского государства, речь идет о воссоздании Российской империи. Вот про что праздник 30 сентября. Как по мне, так свобода слова – это когда называешь вещи своими именами. В своих пророчествах старец Зосима указывал точную дату судного дня Зеленского. Русь святая, вставай, верь, что мы победим. С нами Бог. Хватит мямлить. Пора говорить, как есть. В 2024-м, согласно пророчествам старца Зосимы, Зеленского ждет полный разгром. Пасха в 2024 году выпадает на 5 мая. Жизнь защитникам нашим на поле брани, жизнь за веру царя нашего русского и отечество наше русское положивши. Чтобы не было этих киевских бандитов, филаретов и прочей нечисти. Я русский. Вася, я русский. Я русский. Вы мыши. Будем я пробовать. Не будем я сосать. Я русский. Это нормально, ты русский, русский. Русские в атаку идут. Русские в атаку идут и побеждают. Русские идут домой. Это нормально, ты русский, русский. Я русский, братаны. Россия никогда не наносила ударов по объектам гражданской инфраструктуры. Нужно расколошматить все к чертовой матери. Я имею в виду инфраструктуру дорог железнодорожных, путей сообщений, инфраструктуру мостов. Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Чтобы били они по домам, мирным домам, мирных людей в Херсонской области и Запорожье. Это ключевая сегодня наша задача. Только поэтому груженные
вооружением самолеты летят сейчас на Украину. И самое важное, видим мы, что прилетает самолет с этой помощью. Пару раз такие самолеты сбить, больше не полетят. Ага. Для начала давайте я поздравлю всех с наступившим Новым годом. Ну да, все добрые русские люди сегодня отмечают наступивший 2023 год. Отметили, ну что, отметили прекрасный фейерверк. Значит, на Днепропетровск сейчас на первых страницах всех западных газет. Вот, это ужасная картина, это дом в Днепропетровске. Сложился целый фактически пролет, целый подъезд. Ну, события для западных медиа и события, естественно, для украинских медиа. Это вот этот вот несчастный, еще раз я выведу на экран, дом в Днепропетровске. То это явный удар украинской ракеты ПВО. Отметили, ну что, отметили прекрасным фейерверком, таким вот, как положено. Но сегодня там поразили машины зала Ивано-Франковской электростанции. Приятно, не буду скрывать, приятно, но гораздо приятнее было бы увидеть разнесенный в хлам какой-нибудь Днепровский мост. Мы, люди, будучи все адекватными, нормальными, разумеется, не способны наслаждаться военными действиями. А возвращаясь к Германии, уничтожить вы нас не сможете. Ну, много нас, на ваше сожаление, много. США обсудит с европейцами новый пакет санкций против нашей страны, в случае, если Штаты введут дальнейшие ограничения против России. В Германии он плохо и с водой, и с топливом плохо, люди мерзнут, на всем экономят. Ну, у нас пока еще, как говорится, на воде, на электричестве не экономим. То есть я уперлась в то, что я осталась без горячей воды, плюс я осталась без холодной воды. Что мне делать? У меня это единственное жилье. Я с маленьким ребенком. Все лето я скиталась по родственникам, по знакомым, по друзьям. У меня нет возможности сейчас купить. Я ходила, смотрела квартиру. Но та стоимость квартир, которая сейчас, мне нужно еще 5 родить. Какая бы политика там ни была, а в России все равно лучше. А мыться, только умываться, вот рукомойник, все. Ничего нету тут у нас. Туалета-то нет, сходишь туда на ведро, да и все, и все дела. Мы ходим на ведро и потом выливаем на улицу. У нас здесь и мухи летом, и крысы бегают. Вот такие дела. Это ванна. Какая бы политика там ни была, а в России все равно лучше. Вот у нас 4 квартиры, тут моются. 2 шубы, 2 пальто сюда, а тут куртки и все, что, все тряпки затолкала сюда. Мы в России живем, в богатой России. Почему все это происходит? Откуда эта наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, непогрешимости и вседозволенности? Путин проехал туда и обратно. Про нас благополучно забыли. Полы давно уже сгнили, перекрытия сгнили. Мы не раз меняли не то что доски, это, ну, часть полов точно меняли. Русский человек самые разные национальности, даже разного вероисповедания. И где бы он ни жил, он вместе с собой и со своей землей вдруг вступает в это удивительное состояние, когда чувствует, что пора собираться. Ну вот я открываю люк в подпол. О, комары полетели, смотрите. Канализация. Вот смотрите, глубина какая стоит. Видно граница. Вы представляете, вот это самое, побыть вечер или ночь поспать при таком запахе, какая голова потом становится. Россия — это дышащая империя. Дышащая.